Очень хочется друзьям делать то, чего нельзя. Меня схватили попинать, пошуметь, побаловать, походить, поужинать и совсем не слушаться. У меня есть дочка Кристина. У нее ушки не слушки, ушки вовсе не болят. Ушки Кристины хитрят. Скоро обедать осталось немножко. Кристина, принеси, пожалуйста, тарелки и ложки. У меня будет жена быть деткой. О, здорово. Ой, Наталья, а что у нас на ужин? Колбаса в тесте? Колбасу в тесте дают только по пятницам. Правильно, Рома, молодец. Все ты знаешь, что, да, ребята. А что у вас так мало? У нас ветрянка. Мы, Николаевич, сейчас соберемся ненадолго. Все, понятно. Ребята, слышали, что сказала Татьяна Юрьевна? Да. Теперь давайте ложитесь поудобнее, закрываем глаза. И вам приснится обязательно добрый, хороший сон. Ложится. Стих прочтем. Мама спит, она устала. Но, может быть, песню. Ах, какая женщина, какая.